Здорово, чуваки, сегодня мы сыграем на медовом снайпере и будем собирать рапиры. Рейтинга 2400, приятного просмотра. Парни, у меня на морфеме рейт 35%. Команда разговорчивая, это хорошо. Ну, я смотрел гайд в ТикТоке, как его собирают, так что нормально. В ТикТоке. Ля, две сентри мне умит поставил. Вот это я понимаю. А вот это что такое? Ну зачем ты дал эту тычку? Я ж получу сейчас хедшот, я все буду динаить. Просто повезло, что я забатил закачать первый, чувак. Ты это понимаешь? Нравится? 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 В этом, кстати, прикол снайпера в этой мете, чуваки. Ты просто макишь первый и второй, тыкаешь противника к полбанки хп, а потом просто бросаешь первый скилл, три шрапнели. Ну, уйти от этого невозможно, это не контрится. А, ты меня решил просто спамить, да? Я хочу жить! И еще под регенкой все это сделал. Какой кайф. И вы говорите, рандом в доте не решает? Ну, то есть мы стояли в равную, считай, что. Мне просто выпала регенка, а я выиграл линию окончательно. Хорош. Спасибо. Можешь прыгать. Ну, можешь прыгать. Я просто не знаю, куда. Хорош, прыгать. хорош, все. Лучший, лучший, лучший. Давай на андерлорда выйдем. Он слабенький, пипец. Да мне МС нет, да я медочек потрачу чуть-чуть. Будь аккуратен, это вредно. Слепым можешь стать. Это неправда, ну, кстати. Понял, о чем я. А вы знали, что теперь каждый может на халяву залутать того самого Бэйби Рошана? Главное, не упустите момент. Просто проходите 5 первых заданий нового приключения на дока Лук. Жмите кнопку «Участвовать» и ожидайте свой приз. Кстати, за эти задания вам также дадут целых 2 бесплатных предмета, которые можно забрать уже сейчас. Плюс доступ к рундуку с рунами, открывая который каждые 3 часа вы будете подниматься в топе игроков. Откуда можно забирать арканы хоть каждый день. А самый активный игрок месяца получит молоток на Вайда. Кроме того, за полное прохождение приключения вам подарят 2 ежедневных трежерки с крутым шмотом, 3 гарантированные арканы и 1 из самых дорогих предметов в доте. Скорее переходите по моей ссылке в закрепленном комментарии и принимайте участие в самой легендарной раздаче. Ну и не забывайте про мой промбик. Вот и все, пацаны. В этом и прикол, снайпер. Ну здесь без шанса, он дизраптор меди, чуваки, все отдал. Поможешь? Значит, снайпер. Давай, ушли. Снайпер, да, давай, да, быстрее. Да, да, давай, давай. Меня сейчас глимсанет меня. Ну пи***а. Молодец, говорю. Живи. Ну ты ты поторопил меня. Ты не дал мне подумать, я знал, но да, ты не дал мне подумать. Да. Ой, бля. Подожди, я сейчас прилечу. Не-не-не-не-не, никто ждать не собирается. Прыгай. Лучший. Че, у него 3 шарапнели? А, он третий украл. Хелп, пацаны, хелп. Я не пробиваю его, они не пробиваются. Хороший повершот, хороший. А так вообще законно, блядь? Законно? Ну, страшно играть без форстапа, надо хоть какой-то подсейв. Можем, я долблю. Пи***сты! Да. Дальше, пацаны, дальше. Молодцы. А что у тебя за закуп такой интересный на Тэчисе? Через тараску играем. А в чем прикол? Да ко мне больше ничего не нужно, блядь. Вот топор руки берешь, да, и жестко хуяришь им. Как американский психопат прям, да? Можем ловить, пацаны. Ловлю. Драться.
Драться. Дальше драться. Блин. Хочу выстрел. У меня есть что сказать. Вы издеваетесь с меня, пацаны, я вам отвечаю, нахуй. Так куда ты идешь-то, Соло? Мы все там рвем. Ну оставь, ну чё? Ну некрасиво делаешь. Ну мне надо, красиво все. Да на рапиру не надо. Ты же не собираешься тут руинить там? Не. Зачем рапиру? Давай не надо. Я просто поставил кикбай. Ну ты не... А что ты будешь покупать? Ну нет, рапиру? Ну, не надо. Зачем? Ну я бью, я стою бью, пацаны, давайте бить. Да и дальше. Оставьте. Спасибо. Что-то 38% игры это показывает как надо. Давай. Ай, тычечка. Не выжил, сволочь. Не выжил. Аккуратно только играй, пожалуйста. Нет. Как получится. Ничего не обещаю. Рапирка. Рапирка, конечно, весело. Задорно, но такое. Как думаешь, снайпер, в каком культой наносишь больше? В магическом или в чужом? Наверное, физическом. В физическом, да, больше. Лови. Он да, где-то, не знаю, быстрее. Куда пошел. О. А это красота. Как ты его забрал? У тебя 0 урона. Можешь на Рошана зайдем? Таня. Не хай. Соло, пацаны, соло. Ай, заселил. Хелп. Вот иди. Хелп. Что творишь? Пи***а. Лич, помоги. Ёба! Дай ему мульту сразу, Лич. Надо снайпера с контролем. Лич, блядь, иди сюда, на. Дай ему мульту. И ульту дай, блядь. Чайник. Все, правильно. Воруй, рапируй и влетай. Брал. Да не, Рубику не страшно. Или кто там забрал? Снайпер. ССФ сейчас заберет. Заберет. Ну чё, на морфе сейчас это убьет и заберет себе что-то. Нормально. Это типочек. Сказал ждать. Павершот? Давай, я долблю как могу. Ставь ты в эту. Бля. Ух ты, бля! Это суп! Ну чё, я тогда делаю еще одну, да? Нет. Дайдалусу купи себе, дайдалусу. Какой дайдалус? Он бабочку делает. Будет скритов больше, чем тропиры. Ладно, давай МКБ. Но я уже делаю вторую. Ну ты, блядь, я не знаю. Кто я? Ты можешь сказать мне все, что хочешь. Хороший. Я знаю, бля. Интересно. Блядь, бомбаски. Идем. Он здесь, Настя, он здесь. Меня отзонили немножечко. А чё, а мне? А байпа у нас есть, да? Да, и одна рапира, сейчас вторая будет. Нам бы базу подъехать, там сейчас потопы будут. Нам бы вторую рапиру купить. Но он в инвиз идет. Я дам вижен. Бей его. Он ушел. А есть. Нормально, еще раз убить. А вот сейчас не нажал. А вот это плохо. Понятно, парни. Надо забрать мне рапиру, мне надо забрать рапиру, помогай мне. Не забирай Лич, снайпер. Не забирай Лич, аккуратнее. Все, отходи, просто ты... Ну, у меня КД. Лич, дай сейф снайперу. Бей, просто бей. Что делаешь? Просто бей, на. Сука! Собирай дайдалусы, вместо сапога себе, блядь, поставишь нахрен и все. Да ты угораешь. Смотри, лети, долб***. Есть хелп? ББ, аккуратно. Я понял. Смотри, какой дурак. ББ, аккуратнее. А чё, руки дрожат, пацаны? Страшно играть немножечко, да? Ну,
так, очко сжимается. Мне видишь. Тоже, но зато интересно ведь, какие эмоции мы получаем с вами от этой рапиры. Пока мы ее опять не слили. Так, если подо мной герой сейчас... Хуёво, блин. Я вот смотрел на тебя, я ждал, когда тебя он взорвет и улетит на топ. К сожалению, не случилось. К сожалению? Крыса. Ты угораешь, что ли? Да пизда, вы угораете, но... Нормально, хотя бы ты начал, а то некому и... Я бью. Встань, центрик, блядь. Ты чё, угораешь, блядь? Сосульку тут. Нормально все. Ну кошмар, на что происходит, да? Бля! Опять, блин, история повторяется, пацаны! Ланпост, молодец. Пока ты думаешь, я делаю. Я бью, 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 есть хил? Они просто на ноге уходят каждый раз. А я не, надо уже драться. Не, ничего. Бей. Я? СФа нету. Я не хочу пушить, я не пушу. Я ломаю. Блядь, глиф. Что, и что, ломается? Кого вы боитесь, парни? Снайпер. Я хочу муншарт купить, пацаны. Главное, что муншарт купил. Ну так-то да. А можешь мне муншарт тоже купить по-братски? Нет. Как говорил мой дед, не подходи к быку спереди, к коню сзади. А к долбу вообще не подходи, это про меня, кстати. Хороший вариант. Это минус. О, спасибо за игру всем. А, даже ГГ, так. Ребят. Все, сори, если что. ГГ, спасибо за игру. Я бы даже сказал, мне было приятно с ними играть. И интересно. Приятно за счет людей, а интересно за счет рапир. А вот это глаза мозолит, кстати.